Всем привет! В последнее время на Алиэкспресс стало продаваться много разной радиолюбительской техники, наборов для сборки интересных устройств, каких-нибудь усилителей, КСВ-метров, антенн даже коротковолновых и так далее. Если первое время, когда Алиэкспресс только появился, и китайская продукция стала, так сказать, заполнять весь мир, в основном это были только очень низкокачественные УКВ-радиостанции типа Баофенга и тому подобное, то сейчас стало появляться много разной более интересной аппаратуры, более интересных продуктов. Я вам уже о многих из них рассказывал. И вот в этот раз хочу рассказать еще о радиолюбительской коротковолновой миниатюрной складной телескопической антенне, которую тоже я приобрел на Алиэкспресс, чтобы показать вам. Итак, антенна эта очень маленькая, продается в такой миниатюрной коробке. Сами можете сделать вывод о размерах коротковолновой антенны, которая вся помещается вот в этой вот коробочке. А, конечно же, предназначена она для использования в полевых условиях. Именно в них я сейчас и нахожусь. Правда, обычно природа у меня другая. Вокруг меня обычно песок и сосны, и мох, карельская природа. А сегодня у меня яркое солнце светит, и зелень высотой с человеческий рост, трава, крапивы, всякие колючки, ну и прочие тут кусты вокруг меня. Но я думаю, что такие природные условия тоже прекрасно сойдут за полевые условия для испытания этой антенны. Прежде чем я расскажу вам об ее конструкции, покажу, как она работает, скажу несколько слов о том, все-таки, что такое укороченные КВ-антенны штыревые. Надо очень четко представлять себе, что если антенна имеет размеры, например, 1,5 метра или 2 метра, на КВ-диапазон 80 метров или 40 метров, то есть антенна во много раз или даже в десятки раз меньше, чем длина волны, то эффективность ее будет очень-очень низкая. Несмотря на то, что она каким угодно способом настроена в резонанс, это естественно, но эффективность ее будет несравнимо мала по сравнению с нормальной, с полноразмерной антенной. И такие короткие антенны нужно использовать только тогда, когда нет возможности использовать полноценную, полноразмерную антенну. Например, на автомобиле в движении. На автомобиле на стоянке всегда можно развернуть какие-то проволочки, что-то еще сделать. А в движении этого сделать нельзя. И только тогда нужно использовать очень короткие антенны. Ну или для каких-то экспериментов. Вот для таких целей предназначена вот эта антенна, конечно же, не для автомобиля, а для радиолюбительских экспериментов. Смотрим, что у нас входит в комплект. Вот такая вот коробочка с разъемом типа PL, двумя органами управления и еще винтом М4 для подключения штыря. Сама штыревая антенна находится внутри вот такого вот чехольчика небольшого пластикового. Видимо, это у нас отрезок какой-то пластиковой трубы водопроводной или еще какой-то с двумя заглушками. И, собственно, там находится вот такая телескопическая антенна длиной около 1,5 метра. Нижняя часть антенны покрыта термоусадкой самой обыкновенной. Так на ней написано, что это термоусадка, 125 градусов и так далее. Диаметр 11 мм. В основании есть крепежный узел с резьбой М4. Вот так вот раскладывается эта антенка, примерно 1,5 метра. Антенна, как вы понимаете, уже подключается именно вот к этому блоку с органами управления, так скажем, к согласующему устройству. Чуть позже мы с вами его разберем, посмотрим, как он устроен. И вот так вот она крепится. Кстати говоря, новый совершенно комплект. Уже болтается антенна, болтается не на резьбе, резьба сейчас закручена полностью, а болтается именно сама телескопическая антенна на вот этом основании с резьбой. То есть это основание с резьбой как-то запрессовано в нижний элемент телескопа, и оно там уже болтается. Чувствуется явный люфт вот такой вот. Еще в комплекте у нас есть вот такой угловой переходник. Он не меняет тип разъема, то есть антенна подключается к нему с помощью разъема PL. И точно так же этот переходник с помощью разъема PL подключается куда-то, например, к выходу трансивера. Как вы видите, у меня здесь ФТ-817, мы с ним и проверим работу этой антенны. И, кстати говоря, на странице Алиэкспресс продавец так и заявляет, что эта антенна рекомендована для ФТ-817 и еще для какого-то трансивера, по-моему, для Эликрафта 3. Не знаю, как к Эликрафту это подключать, вроде там был маленький разъем BNC, если я ничего не путаю. Ну, значит, через переходник. А через переходник мы, кстати говоря, можем и к TX500 это попробовать все подключить. И в комплекте есть еще вот такой вот монтажный лепесток медного цвета. Уж не знаю, правда ли он медный. Видимо, предназначен он для установки вот сюда вот на этот болт крепежный М4. Вместо телескопа, вместо телескопа. И была еще в комплекте гайка ушастая, чтобы зафиксировать этот лепесток, к которому можно подключить провод неопределенной длины. Но, к сожалению, эту гайку я потерял. Потерял не здесь, в лесу, а потерял в помещении, в той самой комнате, в студии, где обычно у меня съемки студийные происходят. Там я эту антенну первый раз распаковывал и изучал, что входит в ее состав. И где-то там потерял эту гайку, поэтому гайка у меня сегодня будет вот такая вот обыкновенная.
М4. Ну, в общем-то, это не важно. То есть, видимо, судя по тому, что в комплекте дается вот такой лепесток, то разработчики этой антенны предполагают, что вместо телескопа пользователь будет использовать все-таки иногда какую-то проволочку, более длинную, чем 1,5 метра, соответственно, антенна будет более эффективная. На согласующем устройстве этой антенны есть два органа управления. Это переключатель на несколько фиксированных положений и регулятор. Регулятор вращается в диапазоне 180 градусов. Соответственно, делаем предположение, что это конденсатор переменной емкости какой-то малогабаритный с пластиковым диэлектриком. А переключатель – это, скорее всего, галетник, который переключает отводы на катушке. На этих самых отводах написаны разные циферки на положениях этого галетника. Цифры такие: 3,8, 4,5, 5, 5,5, 6 и так далее. 6,5, 7, 8, 10, 11 и 300 сразу же. Ну, наверное, я бы мог предположить, что это диапазоны частот 11, 10, 8, 7 МГц, а потом сразу 300. Как-то не очень понятно. В общем, в чем проградуирован этот переключатель, его шкала, мы не знаем. То же самое касается и конденсатора переменной емкости. У него идут положения от 1 до 7. 1, 2, 3 и так далее. Плавно регулируется положение этого переключателя. В общем-то, это все не важно. Я так думаю, что все эти цифры не важны. Все равно мы будем настраивать эту антенну по показаниям КСВ-метра или на слух по приемнику. Итак, давайте подключим ее к трансиверу 817. Вот такой вот угловой переходник, он, собственно, и нужен для того, чтобы подключить антенну к трансиверу, лежащему на столе. Антенна была бы вертикально, а трансивер будет лежать горизонтально. Так как разъем ISO-239, PL-259 фиксируется очень плотно, прочно, в отличие от BNC, то такая антенна закрепилась вот так вот на трансивер и держится это основание, по крайней мере, антенны очень хорошо. Фиксируется она не в любом положении, так как на разъеме есть зазубрины, выступы, то можно зафиксировать ее только в соответствии с этими выступами. Я вот так сейчас зафиксировал, прикручиваю, соответственно, штырек телескопический и раскладываю его. Вот, можно сказать, такое рабочее положение антенны. Наверное, неплохо было бы подключить еще и противовес к этому трансиверу. Ну, во-первых, в комплекте с антенной никакого противовеса нет. Будем ее использовать в том виде, в каком она есть. Во-вторых, может быть, мне не повезло, не знаю. Инструкции по эксплуатации к этой антенне тоже нет, чтобы там было написано, нужен или не нужен противовес и какой он нужен длины, если нужен. В-третьих, у меня в качестве противовеса будет выступать помимо корпуса трансивера еще и вот такая вот тангента с микрофоном DEMSH, конечно же, внутри. И небольшой кабель питания и внешний аккумулятор емкостью 10 ампер-часов, от которого будет запитан у меня сегодня трансивер FT-817. После подключения антенны просто в таком виде, в каком есть, и включения трансивера, конечно же, мы наблюдаем каких-то радиолюбителей на 40-метровом диапазоне. Пробую настроить по максимуму уровня сигнала. Явно вот в правом положении емкости в уровень больше. И подбираем теперь отвод. Где-то вот в положении 6 максимальный уровень на прием. Ну, наверное, 6, можно сказать, что это 6 МГц, хотя не знаю. В крайнем положении один из органов настройки, как-то обычно это вызывает подозрение. Может быть, все-таки попробую я в другом положении отвода. Переключатели отвода настроятся. Нет, тоже в крайнем положении. В любом случае, в крайнем положении. Причем, если предположить, что этот регулятор плавный, нижний орган управления, это конденсатор переменной емкости, то правое положение – это минимальная емкость, так как слева он двигается более туго, а справа он двигается более легко. Обычно у маленьких конденсаторов с пластиковым диэлектриком, маленьких дешевых для приемничков бытовых, именно так и регулируется, что при максимальном введении пластин одна за другую он двигается туго, управляется туго, при максимальном выведении пластин он двигается более легко. Видимо, вот более легкое положение — это правое, это минимальная емкость. Что ж, на прием каких-то радиолюбителей слышно. Давайте посмотрим на передачу, какую можно получить КСВ, настраивая этот телескоп. Включил трансивер в режим частотной модуляции, чтобы он излучал несущую. Мощность поставил
какую-то среднюю, не максимальную, и включаю передачу, настраиваю антенну. Видим, что с помощью конденсатора переменной емкости можно добиться уменьшения КСВ в этом положении переключателя. Переключаем в следующее положение. Там КСВ больше, худший. Переключаем в следующий. О, вот здесь уже можно добиться единицы. Вот, пожалуйста, когда отвод у нас включен под названием 5,5 и емкость стоит примерно на 4, то КСВ у нас единица у этой антенны на диапазоне 40 метров, то есть 7 МГц. Но, что странно, по-моему, слышно было лучше в другом положении. Вот сейчас мы слышим в положении минимального КСВ. Теперь меняем. Явно так громче слышно. Вот в этом положении был КСВ единица. Вот в этом положении слышно лучше. То есть, где оптимальный КСВ, это не значит, что она максимально хорошо работает в режиме приема. В общем, не знаю, с чем это связано. Либо с потерями на передачу, либо с тем, что у трансивера разные параметры в режиме приема и режиме передачи. Попробую вызвать. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Я думаю, будет чудом, если меня сегодня хоть кто-нибудь услышит с этой антенны. Маленькая мощность, 5 ватт, и антенна абсолютно неэффективная. Так что я уж позвал просто на удачу. Ну, продолжим дальше изучать антенну. Еще раз включаюсь в частотную модуляцию. И видим HSVR и высокое КСВ на КСВ-метре. Опять переключаю отводы. И с помощью конденсатора переменной емкости добиваюсь очень низкого КСВ. Что это? С чем это связано? Слушаем опять режим прием. Явно в режиме прием хуже здесь слышно. Вот слабенький сигнал. В этом положении слышно гораздо лучше, но на передачу почему-то очень большой КСВ. Алло. В общем, странно, антенна себя ведет. Ну, будем это иметь в виду. Продолжаем изучать ее дальше. Коллективом небольшим, все слушаем, прием. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел. РА-3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел. Анна, дробь Павел. Ну, спасибо. Радио 2, Борис, Харитон, Анна, дробь Павел. Вот так вот, тоже дробь Павел, но другое кто-то. Вряд ли меня кто-то с этой антенны услышит, я просто даже не могу поверить. Наверное, если ее использовать как радиостанцию КАРАТ со штыревой антенной для связи на расстояние 15 километров на 3,5 МГц, может, действительно и свяжешься днем, когда помех нет. Но чтобы на сороковке и на сотни километров, вряд ли. Ладно, посмотрим, как она будет настраиваться на других диапазонах. На 3,5 МГц интересно, что будет. Также в режиме частотной модуляции излучаю несущую, КСВ зашкаливает. Переключаю галетный переключатель отводов в положение ближе к 3,8, 3,5 или что-то там такое, самое первое положение. Но в нем не удается настроить. Удается настроить только в положении 5,5 или 5,75. Или вот даже в положении 6 удается настроить антенну. В общем-то, давайте послушаем, как это на слух выглядит. КСВ, как вы видите, сейчас в режиме частотной модуляции станция излучает несущую. КСВ-метр не показывает ничего, то есть КСВ близкий к единице. Включаем однополосную модуляцию. Частота 3,58. На этой частоте сейчас работает несколько маячков. Не факт, что мы их услышим, они очень слабенькие и маломощные, по соседним областям расположены. Но просто по уровню шума проверим, как настроилась у нас антенна. КСВ здесь хороший, как мы видим. На слух пока ничего не слышно. Попробую по уровню шума понастраивать эту антенну. Возможно, опять-таки, положения настройки будут другие, раз на сороковке так было. Да, максимум шума получается в других положениях органов настройки антенны, но, в общем-то, разница не такая уж и большая. Алло. Хотя, конечно, в этом положении КСВ показывает огромное. Маячки так у нас не слышно на этой частоте. Попробуем найти кого-нибудь из радиолюбителей.
Конечно, днем сейчас прохождение на 80-метровом диапазоне отсутствует. Рядом со мной на расстоянии пару сотен километров, видимо, нет никаких радиолюбителей, работающих в эфире сейчас. Поэтому на 80-ке мы не слышим никого и ничего. Как видите, у меня здесь на столе еще стоит устройство записи, рекордер с микрофоном. И он не подключен кабелем к трансиверу. Так сделано, потому что даже какой бы хороший рекордер ни был, все равно он дает небольшие помехи своим жидкокристаллическим дисплеем, цифровой частью. Если он был бы подключен кабелем к трансиверу, даже через какое-то устройство развязки низкочастотной, которое у меня есть с трансформатором низкочастотным, с гальванической развязкой, все равно при работе на очень плохую, очень неэффективную антенну были бы слышны помехи от этого рекордера. Поэтому он сегодня записывает звук на микрофон. Ну что ж, на 80-ке антенна настраивается, ничего услышать мы не смогли там. Давайте ради смеха, как говорится, посмотрим на 160 метров, удастся ли ее настроить. Да, на 160 метров она настроилась в какое-то более-менее приемлемое КСВ. Видно, что индикатор КСВ показывает очень мало. И видно, что есть минимум этого КСВ при вращении ручки плавной настройки или при переключении отводов на катушки. В общем-то, удается достигнуть очень маленького КСВ. Практически даже единицы, то есть отраженку не показывает КСВ-метр. Посмотрим, что там слышно. Слышно какую-то несущую, ну, наверное, это местная помеха. Естественно, сейчас днем на 160-метровом диапазоне ничего мы не услышим. Давайте попробуем по максимуму шумов. Настроим эту антенну на 2-130, может быть, услышим каких-нибудь железнодорожников. Четко видно прям, что есть максимум шума. Но пока никаких сигналов там нет. Достаточно далеко я нахожусь от железной дороги. Ближайшая ЖД-станция находится в километрах, наверное, в 20 от меня. Может, даже чуть больше. В принципе, могло бы что-нибудь слышно быть, если бы там был активный трафик. Видимо, там просто тишина. Поэтому на 2-130. Видно, что антенна настраивается как-то в резонанс. Но ничего не слышно. Попробуем выйти на передачу. Да, действительно, КСВ очень небольшой. Я думаю, никому я не помешал с такого штырька в 20 километрах от ближайшей ЖД-станции. Но, к сожалению, ничего мы не услышали. Ладно, в нижней части диапазона проверили работу антенны чисто номинально. На слух по максимуму шумов она настраивается и на 160 метров, и на 3,5 МГц. На передачу по минимуму КСВ якобы тоже настраивается. Хотя, конечно, связаться там сейчас не с кем. Посмотрим выше по диапазону, как будет себя вести антенна. Для начала на 10460, на хулиганской частоте послушаем. Тоже проверяем ее по максимуму шумов. Максимум шумов получается где-то вот в этом положении. Наверное, все-таки циферки на переключателе это не диапазоны частот, не мегагерцы, а какая-то индуктивность. Потому что чем больше частота, тем меньшее значение приходится ставить на этом переключателе. Явно по максимуму шумов удается настроить эту антенну. Посмотрим, какой будет КСВ. Алло. Ну, КСВ более-менее приемлемый. ХСВР не загорается. В общем-то, можно сказать, что она как-то настроилась на 10460. Странно, что там никого нет. Посмотрим, плюс-минус 5 кГц. Диапазон пустой. Странно. Конечно, рабочий день сегодня. И неудивительно, что уж совсем немного людей в эфире, но хоть кто-то мог бы быть там, но никого нет. Ладно, переходим на 14 МГц. Получается, что на 20-ке эта антенна настраивается в минимальном положении индуктивности и в минимальном положении емкости. Что-то становится слышно. Проверим, какой при этом КСВ. КСВ гигантский. Емкость надо увеличивать. Если емкость увеличиваем и даже индуктивность увеличиваем, то удается достигнуть КСВ единицы и на 20-ке. Но в режиме приема это не оптимальное положение. Вот кого-то слышно очень слабенько. В этом положении, алло, КСВ единица, отраженка отсутствует. Кого-то очень слабо слышно.
но слышно его совсем в других положениях органов настройки. Алло, когда КСВ очень большой, странный такой эффект. Наверное, это связано с тем, что, во-первых, у трансивера разные емкости индуктивности, входные реактивности в режиме приема и в режиме передачи. Во-вторых, связано с тем, что, может быть, катушка здесь используется сферитовым сердечником, который при подаче на него ВЧ напряжения переходит в какие-нибудь режимы и ведет себя как-то странно. В общем, не знаю, но, как вы видите, вот в этом положении слабенькую станцию хоть как-то мы слышим. Алло, КСВ при этом очень большой. Если ставим частотную модуляцию, пишет ХСВР, и для получения меньшего КСВ приходится устанавливать другие положения переключателя. Но в этом режиме почти не слышно станции. И вот в других положениях становится слышно. Но в этом режиме уже гигантский КСВ. Не знаю, насколько видно дисплей радиостанции, так как солнце яркое светит, а 817-й трансивер такой более настольный, чем походный, поэтому на солнце вот мне его видно достаточно плохо, но в принципе видно. Надеюсь, вам тоже видно в крупном плане дисплей этого трансивера и, соответственно, показания КСВ-метра. На максимальной чувствительности со включенным предусилителем слышно станции, конечно, очень слабо, то есть независимо от того, какой КСВ у нас. КСВ может быть очень хороший, например, у эквивалента нагрузки он очень хороший, но на эквивалент не слышно будет ничего. Вот и на эту антенну слышно достаточно слабо все станции. Я пытаюсь найти кого-нибудь погромче, кто бы работал на общий вызов, и попробовать ему ответить. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Поля. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел. Добрый вечер. Бесполезно. Сергей Ванихейский, 5-9. Виктор, как принято в новости. Не знаю, в какое положение надо ставить органы настройки. В то, где лучше слышно, или в то, где оптимальный КСВ. Даже как-то глупо такие вещи спрашивать. У нормальных антенн такого вопроса не возникает. Там, где оптимальный КСВ, там лучше всего и слышно. Но вот у этой чудо-антенны вот так вот. Солнце выглянет 25, солнце спрячется 15, 17. Но тоже дождик иногда идет. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Павел, прием. 9 баллов. Не, бесполезняк, не слышно. В общем, никто, конечно, мне не отвечает на эту антенну. Забыл вам сказать один интересный момент. Давайте посмотрим на задней стороне согласующего устройства этой антенны. У нас написаны диапазоны рабочих частот. Заявлено здесь следующее. Мощность до 20 Вт. КСВ она обеспечивает менее 1,5. Диапазон частот от 3,5 МГц до 30. Мы с вами наблюдали настройку ее и на 1,8 МГц. Далее 50-54, 76-108, 117-136, 136-174, 400-470. Я так скажу. Перечислили все, что знали. К этой антенне, конечно же, никакого отношения эти диапазоны не имеют. 400-470 МГц – это UHF-диапазон. Как вы себе представляете? Галетный переключатель, который переключает отводы у катушки, намотанные на ферритовом кольце, а также конденсатор переменной емкости от дешевого вещательного приемника, длинные и средние волны с пластиковым диэлектриком. Как это все может работать в UHF-диапазоне 400-470 МГц? Никак. Поэтому, конечно же, написано здесь диапазон частот, видимо, просто так. То же самое касается и двухметрового диапазона 136-174 или 117-136 AR-бенда. Конечно же, с помощью такого согласующего устройства такую антенну настроить, я думаю, что нельзя на эти частоты. Ну, зачем-то здесь это написали, и ладно. Но, по крайней мере, сам корпус приятно взять в руки, он металлический. На нем достаточно крепко установлен разъем. PL-259, он никак не болтается, антенна-изолятор тоже крепко установлен. В общем, такая нормальная конструкция. Если бы не болтающийся вот здесь вот, собственно, сам телескоп в креплении его к элементу с резьбой. Так вот немножко болтается, ну да ладно. Попробуем, посмотрим, как эта антенна будет настраиваться на 10-метровом диапазоне, на самом верхнем коротковолновом любительском диапазоне. Не знаю, есть там сегодня прохождение или нет. Вообще,
в эти дни часто там бывает прохождение, но не каждый день, поэтому, может быть, там и нет никого. Пробуем на слух настроить. Конечно же, на слух максимальный прием в том же самом положении, что и на двадцатке, то есть минимум емкости и минимум индуктивности. И тогда шума там больше всего. Но ни одной станции не слышно, видимо, прохождения нет. Вот этот тональник, это, наверное, какая-то собственная частота пораженная трансивера, ну или от какого-то моего съемочного оборудования что-то наводится, его здесь немало. Давайте проверим, какой будет КСВ. Включаю частотную модуляцию. Конечно же, КСВ зашкал. Мощность убавим, чтобы не грелся бедненький FT-817. И пробуем настроить. КСВ получается при максимально введенном конденсаторе переменной емкости. КСВ получается минимальный. И в таком положении, конечно же, у нас на прием шума будет меньше. Вот я конденсатор вывожу, шума чуть больше. Конденсатор максимальная емкость, при этом оптимальный КСВ, шума меньше. В этом положении, где шума больше, КСВ огромный, зашкаливает. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, когда у нас с вами минимальный КСВ, то КСВ этот достигается не за счет согласования антенны, а за счет того, что этот согласующий, так скажем, блок согласует мощность всю куда-то сам на себя. Я не удивлюсь, что если сейчас включить передачу без антенны, то КСВ тоже будет какой-то. Видите, вот антенны сейчас совсем нет, а КСВ у нас с вами единица. Вот я емкость убавляю, ХСВР, емкость на максимум. КСВ единица, отраженки нет, антенны тоже нет. То есть этот блок согласующего устройства настроил работу передатчика на сам себя. То есть все ваты выходной мощности трансивера он поглощает куда-то в себя. А куда именно? Естественно, в ферритовый сердечник катушки с отводами, может быть, еще и в диэлектрик конденсатора переменной емкости. Но это в меньшей степени. Так что показания КСВ-метра для настройки этой антенны – это не значит, что антенна настроена в резонанс, это значит, что оптимально мы поглощаем всю мощность передатчика трансивера. Но не значит, что нас будет слышно хорошо или что мы будем хорошо слышать. На 28 МГц никого не слышно, все-таки прохождения, видимо, сегодня нет. На 24 МГц слышно, как люди работают в FT8 в цифре, вот это вот пищание раз в 15 секунд, сейчас включится следующее пищание. Это медленный цифровой протокол FT8. На нем можно также убедиться, что антенна максимально что-то позволяет принимать при минимальной емкости и минимальной индуктивности. Чего уж говорить про двухметровый диапазон или про 400 МГц, которые заявлены на корпусе этой антенны. Ну вот, на двадцатке все-таки кого-то слышно. Неужели я так ни с кем и не свяжусь с этой антенной? Конечно, 5 ватт это мало, можно попытаться взять 100-ваттный трансивер, но не оставляю я надежду связаться с 817-го, как и заявлено в описании к этой антенне на странице AliExpress, что она для 817-го и для Alicraft 5-ваттного тоже. Поэтому хочется все-таки в таком режиме, тем более на ней написано мощность максимальная 20 ватт, и со 100-ваттного трансивера я не буду включать 100 ватт, если я его подключу вместо 817-го, так что даже не знаю. Жду, когда человек перейдет на прием, и попробую его вызвать. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Не слышит, и это неудивительно. Я-то его слабо слышу. В общем, такая сомнительная антенна. Попробую на 7175 повызывать. Может быть, там кто-то есть, кто ожидает станции из полей. Алло. Всем радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Здесь РА 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Всем прием. Всем радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поле. Всем РА 3, ТЛБ, дробь поле. Но это бесполезно. На такой штырек с таким согласованием и 5 ваттами, конечно же, никто меня не услышит. В общем, больше пытаться сейчас с этой антенны кого-то повызывать я не буду. Сами видели, что сигналы все очень-очень слабые. При максимальной чувствительности, при включенном предусилителе, практически S-метр ни от кого ничего не показывает. Что это говорит? Это говорит о том, что эффективность антенны очень
низкая, и, конечно же, меня с нее никто не услышит. Давайте теперь посмотрим, как она устроена, из чего она состоит. Видно, что по бокам у нее есть торцевые боковые стенки, которые закреплена каждая четырьмя винтами. Попробую отвинчу парочку винтиков с каждой стороны, и, наверное, одна из стенок у меня снимется. Винты обычные М3 под крестовую отвертку. Вот я с одной стороны винты отвинтил, и попробую с другой стороны также. Два нижних, а верхние оставим. Итак, винтики отвернутые, снимаем крышку. Что мы видим внутри? Видим конденсатор переменной емкости с пластиковым диэлектриком. Видим катушку на ферритовом кольце с отводами. Отводы, которые припаяны очень четко к выводам переключателя, многопозиционного. Переключатель, кстати говоря, достаточно красивый. Схема очень простая. От входного разъема сигнал подается на переключатель, который переключает отводы. Со второго конца катушки сигнал подается на антенную клемму. И отсюда же со второго конца катушки у нас подключен на корпус конденсатор переменной емкости. То есть Г-образное согласующее устройство, или можно по-другому сказать, что это удлинительная катушка с переключаемыми отводами, и по выходу которой удлинительной катушки подключен еще и конденсатор переменной емкости на землю. На высокочастотных диапазонах конденсатор этот практически не нужен, только удлинительной катушкой настраиваем антенну. На более низкочастотных диапазонах еще и с помощью конденсатора, с помощью дополнительной емкости добиваемся резонанса. Вот такая простая конструкция. По сути, ничего плохого нет, она должна работать. Но, видимо, то, что используется ферритовый сердечник в катушке, и то, что используется конденсатор переменной емкости, вот такой вот маленький от приемников вещательных, это приводит к тому, что потери очень большие, к тому, что настраивается она в КСВ в единицу при отсутствии антенны, соответственно, поглощает всю мощность передатчика вот в эти самые элементы, в сердечник катушки и в конденсатор. Если мы включим 100-ваттный трансивер, наверное, этот сердечник у катушки перегреется и лопнет очень быстро, за секунду. Но мы это делать не будем. Вот такая вот антенна. Ну, может быть, когда-нибудь она мне и пригодится. Может быть, когда-нибудь во время каких-то экспериментов радиосвязных, связываясь на более правильные антенны с кем-то, я попрошу людей послушать меня и на эту чудо-антенну. Но сегодня без предварительной договоренности явно меня никто не слышит на эту антенну. Ну, FT-817, ладно, игрушка та еще, 5-ваттная. Вот у меня есть Discovery TX500, мощность побольше, вроде как работает он получше. Но разъем антенны у него BNC, соответственно, антенну эту можно подключить только через переходник. Переходник, конечно же, вносит дополнительную не затухание, а дополнительную непрочность, дополнительную ненадежность. Вот так вот выглядит антенна, будучи подключенная к этому трансиверу. Немножко все это болтается и не держится. Давайте я попробую разверну вот так вот сюда, чтобы лучше видно было. Наверное, можно поймать какой-то баланс, когда эта антенна не будет падать. Но, в общем-то, конечно, для разъема BNC она, мягко говоря, не предназначена. Если вместо этой антенны к согласующему устройству подключить кусок провода и использовать его просто как согласующее устройство для куска провода, то, наверное, можно будет его подключить без Г-образного переходника, просто в бок вот так вот сюда. И как-то он будет держаться, учитывая, что нет вот такой нагрузки. Но попробуем в том виде, в каком есть, на 40-метровом диапазоне, кого-то послушаем. В общем, не рабочий вариант, конечно, с этим переходником на BNC. Тоже станции все слабо слышно. Сантиметр почти ничего не показывает. Вот тут самая громкая станция 3 балла. Да, я согласен, может быть, прохождение сегодня не очень хорошее, но не до такой же степени. Всем радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поля. Всем РА 3 ТЛБ, прием. Пробую на 7175 позвать. Всем радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь поля, прием. Это включено.
излучение сигнала станции вышел 20 дБ. Так что вот такие причуды прохождения. Владимир, будет еще две станции, прослушайте. Радио Анна 3, Тамара, Леонид, Борис, дробь Поля. Не слышит. Что я могу сказать по собственному опыту? Когда я использую радиостанцию QMAC с выходной мощностью от 40 до 50 Вт в диапазоне до 10 МГц, например, на 7 МГц это порядка 42 Вт, 43 Вт, на 3,7 МГц это там, 48, наверное, Вт в той радиостанции. И у нее есть штатная штыревая антенна длиной 3 метра, не полтора, а 3. 3 метра и тюнер, согласующее устройство с катушкой многооборотной. Катушка переменная там по-другому сделана, это не кольцо с отводами, а там вариометр, то есть катушка с плавно изменяемой индуктивностью. Там многооборотная ручка, с помощью которой мы настраиваем эту антенну в резонанс. Причем конденсатора вот такого там нет вообще, то есть там настройка происходит только за счет удлинительной катушки. И вот с той радиостанции с 40-ваттной мощностью, с 3-метровой антенной дозваться кого-то на 7 МГц очень сложно, почти никто не слышит. То есть такие короткие антенны на КВ работают очень неэффективно. И чтобы радиолюбитель какой-то услышал вас с такой антенны, нужно, чтобы он находился в идеальных условиях, чтобы у него совершенно не было помех. То есть чаще всего даже дачный участок, дачный дом с антенной не подходит, так как уровень шума там, я не знаю, 5 баллов, это уже очень много. А уж с такой маленькой антенны, 1,5 метра, 10 ватт в моем случае сейчас, с 817, вообще 5 ватт было, 10 ватт и вот такое чудо согласующее устройство, ну, меня никто не услышал сегодня ни разу, сколько я не пытался вызывать, отвечать людям на общий вызов. Я думаю, что потом как-нибудь, когда я буду работать в эфире с более эффективных антенн, то я, может быть, возьму с собой заодно и эту антенну и попрошу кого-нибудь целенаправленно меня послушать, того, у кого будет очень низкий уровень шума, кто будет находиться в полевых условиях, в реальных полевых условиях, а не на даче, и уж тем более не в городе. И, может быть, тогда меня кто-то и услышит с этой антенны, и то я сильно в этом сомневаюсь. Ну а сегодня вот такой вот результат, что никто меня с этой антенны не услышал. Если честно, я не удивлен. Мне очень интересно было посмотреть, что это за конструкция. Когда я увидел эту антенну на AliExpress, я подумал, что какое-то чудо, наверное, это не будет все работать. Ну, давай купим, посмотрим. И я это купил посмотреть и вам рассказать. Теперь вы тоже знаете, что это за суперантенна такая, и, наверное, ее себе не купите. Ну, или купите для того, чтобы провести какие-то эксперименты или провести радиосвязь в формате спортивного достижения, что, о чудо, я связался даже с такой антенны. Вот в таком режиме, может быть, когда-то вы свяжетесь с нее, но вот в режиме повседневной связи, чтобы вас хоть кто-то услышал там в течение дня, люди, работающие на общий вызов, и вы так раз ему ответили, они вас услышали. Так не будет с этой антенной. Вот в таком оригинальном варианте, как она продается, 1,5-метровый телескоп, согласующее устройство, и тем более с 817-го, с 5-ваттного. Честно говоря, если бы не мое желание вам рассказать об этой антенне, просто показать, что еще продается интересного сейчас, я бы ее не стал покупать, потому что понятно, что эффективность ее на КВ никакая. Во-первых. Во-вторых, взяв с собой просто кусок провода, любой там 5 метров, вот так вот на кусты его бросив, даже не поднимая с помощью веревки там на дерево, на какую-то высокую ветку, а просто по кустам его бросив, будет слышно гораздо лучше. А настроив этот кусок провода каким-то тюнером, мы сможем связаться, ну, используя, конечно же, противовес. Реально нас уже услышат на 40-метровом диапазоне. А вот на такой штырек коротенький практически никто не слышит. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире, проводите разные радиоэксперименты, радиосвязные. Используйте антенны по возможности более эффективные. Ну и, конечно же, проводите разные радиоэксперименты радиотехнические. Это по-своему интересно, даже так, как сегодня, когда ни одной связи не удалось провести с этой чудо-антенной, все равно это интересно было. Интересно было посмотреть, как она устроена, интересно было послушать эфир на такую короткую антенну, узнать, как все это выглядит в таком режиме. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока!